меня, Юра, меня ни разу вообще. Давай, бензин. Давайте теперь вас всех. Юра. Далеко не отходи на дорогу. Андрюха, садись его. Андрюха, садись рядом. Будем фотографировать все вместе. Сочи. Ты решил не переодеваться, высохнуть так, да? Да. Там негде просто. О, ящер. Что, ящер? Ящер. Что-что? Причал внизу. Не знаю, что такое причал. Куда корабли причаливают. Что такое корабли? А куда же тогда прикорабливаются причалы? О, начинается уже. А зайдем внутрь, Юр? Внутрь? Да, попробуем. Немного времени это займет. Идем. Вы тоже в трусах ходили по своему дому, да? Как он мог? Ты не знал? Курили и бычки сюда так пишили, бросали в эту хуйню. А это с этим тоже цветет. Ой, это воронцов. Крепостных увозит, крепостных привозит. Смотри, Юра,
Видос, конечно, не Также устрем на абразуры, прямоугольные зубцы. Если в средние века такая архитектура служила для обороны, то уже в то время, когда строился дворец, она имела чисто декоративное значение. А вот по такому перегибному металлическому мостику, исходя из этого корпуса, на балкончик парадной столовой переходили музыканты, услаждавшие слух знатной публики. Этот балкончик мы еще с вами увидим на экскурсии, ну а напротив, при въезде на хозяйственный двор, расположена часовая башня, на башне часы с английским механизмом, установленные здесь еще в 1841 году, где часы звонят. Ну что, вы здесь попробуйте или? Да, конечно, попробуем. А мы во сколько соберемся? Панораму. Знаете, давайте мы так, сейчас я, пока, может быть, присядьте, вы с девочкой, можно подъехать. Я пока сейчас определю свои. Вы остальные не очень хорошо. Остальные привезла. Сезон идет. Вот какая-то очередь, наверное, в музее. Не, Юр, не будем. А к озерам и камням попадем? Куда? Ну, к этим озерам и хаосу. А, нет, вот сюда надо. А, вверх. Спасибо. Все-таки, да, они строили когда-то вообще. Сейчас, да? Сейчас, да? Ну, понятно, он за это не берет, да? А вот эти башенки, они как, это вырезалось из камня или что это такое? А, сюда? Что? Вырезалось из камня это? Блин, прикинь. Либо это заливалось каким-то бетоном, форма, но я не думаю, хотя все могло быть. Вот это, смотри, какая это отдельная вот эта штука, да? Как будто вырезалось, наверное. Это как известняк только, он такой был. Или что это за... Такое, блин, просто. Ничего себе, здесь вообще. Мы сейчас попадем в джунгли. Все, Серега, мы заблудились. Никогда больше не вернешься ты в свою Москву. Будем здесь жить. У меня уже жопа мокрая, да? Можно было здесь переодеться. Ой, Юра, ты куда идешь? Я тебе мужик сказал, что ссать надо, да? Мы гуляем. Я хочу заблудиться.
Пипец. Идем туда. Хуже всякими уже пятнашками воняет. Но вид красивый. Здесь можно переодеться, пока не. Хочешь переодеться? Ну, снять плавки, господин, блин, так неприятно. Туда. Надо спросить первого попавшегося экскурсовода. Фотографировать на фоне водопада. Можно ту ли спросить? Ну, наверное, все идут. Да? Я на водопаде сижу. А у нас дома нет воды. А тут она так быстро течет. Наверное, это с озер текут. Надо туда подниматься по течению. Смотри, как прикольно. Смотри, здесь не так, а вот там уже сильное течение, да? Угу.
Давай идем. Наверное, мы правильно идем. А? Идем туда, куда все идут. Вон там экскурсовод. А козёром куда? Туда? Наверное, я не знаю. А что это? Каучук, что ли? Что оно? Наверное, каучук. А к этому дереву бутылочки нет? Провка. А, провка. Свободу белочки. Свободу. Положил ее на сразу. Давай экскурсовода спросим. Вон надо сказать. Да, наверное, мы идем к озеру. Вон она первая. Да, да, святой. Вон, видишь, бегает. Побежали направо. Направо убежали. Пробежали. Вот эти самые озера, да? Да. Про них столько песен будет спеть. Вечерком так вышел, да, вот здесь погулять. Смотри. Интересно, они спят. Они не спят, они просто прячут. Голову на спину вот так. Прячутся от людей, чтобы не видеть этого кошмара. Это очень красиво. Молдавских бани нету. Живописи. Thank you.
хочешь использовать, получим. Дробовый. Не знаю. Он нахуй. Наверное, хочет разбить. Давай я поснимаю тебя немножко. Пойдем сосед. Возьми. Юра, против света. Вот так вот. Нифига не видно. Не, на видео будет фига. Остро. Поскольку я не буду ходить до сих пор. Вот куда это. Так, мы приличные люди, архитекторы, так что не надо тут нам. Идите разденьтесь голыми и купайтесь. Голыми прям тебе раздеться. Не, ну хотя бы для трусов. Вот как те все люди делают. Игорь вон он плывет, вон. Ну он расплавался. Прямо здесь, что ли? А вон там вот спрятаться в курилку нормально. Да стоя можно делать уколы. Яна, покажи еще. Нет, это я с Яной танцевал. Вот она, обезьяна. Ой, Игорь, Игорь. Прямо там, Игорь!
могли... Нет, нет, мы думали тоже так. Там на трассе прямо нарисован знак, что проезд на ту же пришел. Вот и все нашлись. Вот оно, ласточки на гнездо. Наконец-то. Пойду я дальше. Я сейчас потихоньку буду на лодку. Это что? Повернитесь лучше сюда. А все вокруг облеплено. Я вас всех сниму сейчас. На дорогу. Иди встань туда, ты тоже. За ласточки нагнездились. Вот все, кто за ласточки нагнездились. Теперь. А ну-ка. Там, там, ласточки на гнездо. Вот вам так вот ласточки на гнездо, а вы думали, елки-палки. Не очень-то, не очень-то. Ничего не видно, Яночка. Я в очень большом приближении пытаюсь ласточки на гнездо снять, но вы здесь ходите. Серый на меня спину. Это желание сказать. Ну, это типа да. Вперед! А давай тоже, Леночка. А где взять Леночку? Это пиздец. Смотри, Игорь, нету бережёнки. Пиздец. Хай, народ, пиздец, всем скоро приснится, ага. Это надо запечатлеть. Кул, за, смотри, Юра. Видел? Юра, а ну сними меня вот так, как будто бы я лечу. Смотри, я... только ты не уходи. Смотри, не улети. Можешь снег куда падать? Ну... Вот так, подожди, подожди, Юра. Давай, давай, дольше, дольше. Еще, так мы-то на видео будет мало. Лечу на другой ноге. Давай все по очереди полетаем. Давай, три, четыре. Полетели. Нет, Серега, так как с Игорь, тогда будет по-настоящему. О! Осторожно. Не, так не надо баловаться, некрасиво. Лети плавно, тоже некрасиво. Все красиво. Держись, можешь держаться. Да. А зачем? Чтобы лучше лететь. А видишь, знаки зодиака, видели здесь? А вот я. Ай! Надо сменить ногу, а то вот я падаю. А вот я. А вот мы. Юра, вот смотри. Ничего себе! Отсюда вообще снимать! Юра, дай я сниму отсюда. Контраст. Только держитесь. Держись за это, не страшно. Юра, ты тоже держи. Да, вот таких вот дурочек. Только снимай. Давай, я съел. Давай, Юра, вот тебя, ты сейчас будешь летать у меня по-настоящему. Давай. Нет, ты держись, дядя. Заколебала. Ира, пошла оттуда, сейчас получишь. Ну, Ира.
Юра, я тебе говорю, здесь такая фирма. Кто-то может ее схватить. А ну дай. А ну дай мне ее. Юра, дай мне ее в эту руку. Дай ее в эту руку за волосы. Дай мне волосы, сюда я буду ее держать здесь. Давай, Люси. Ира, блядь. А ну пошла. Нет. Ира, зачем ты мне мешаешь? А знаете, что у нас последняя кассета осталась? Ох, паршивая, получишь. Ох, нехорошая. Не давала Юре летать. Ну все, поехали. До этого оставляем Как они здесь бизнес замутили? Ты видел? Это вообще труба. Не себе чему. Яна, что, покупаешь себе купальник? Целых три. По-моему, да. Вообще они в этом году так распустились, это такие уже придумывают номиналы. Ну ты представляешь, получается, что самый дешевый вариант поставить машину. Можно сначала билет. Лифт за 1 минут. Привет, Лизон. Наша рекомендовала? Да.
А там тоже кто-то делает. А мы потом ходили туда в день. Мы просто те, кто хочет больше денег. А все равно зовут Типа ты кто? Игорь, не снимай. Какой залог заключить 10 лет? Ну да, возьми самые неприятные очки. Прикольно. Что там такое? Вообще мало времени. Да, вот здесь всего у нас две косички. Слушайте, давайте вы не будете паниковать, дергаться. Что такого плохого? Все. Ну, что хорошего? Ну, интересные шкафчики, все, я таких не видел. Нам пока накурили. А что туда стыдно идти? А что детский, там все? Идем. Там бассейн. Ну, маленькая глубина как-то будет. А, да. Единственное, под водопад. Ну ладно, идем под водопад. Ну как? На меня. А здесь волна еще что-то. Сейчас волна будет, прикинь. Я знаю. Сейчас включат, да? Да. Тут ее нам
Дай сюда я побегу. Иди подуй, сейчас волна пойдет. А что ты носишь ее? А вот какие? Надо было ставить в этой. Или... Ну ладно. Ты, я плеер оставил там. Давай, иди. Ветровик, мобильный. Где Серега? Я его не вижу. А? Где он? Он уже заебался, хочет в Москву свою. Как вода? А это такая теплая. А там места перенес. Сейчас волна будет. Втором этаже, на третьем этаже аптека. Вон Яна. Есть? Юля, нет, нет, нет.
Блин. Ну да, я пройду сюда. Юра! Яна! Ты видишь меня? Блядь, смотрит и не видит. Вот он я. Показывает на нас и не видит. О, вот серый сразу меня увидел. Идем туда, а? К ним. А что, вы сдали все уже, да? Юр, куда-то съебал. Куда он пошел? Конченый. Вот он идет. Да, нам давала багаж. Где вам? Чем? Серый, иди туда, на ту сторону. Идем туда. Смотри, какие слоники. Люди отдыхают, этот пидор орет мужчин всем, блядь, я на уши. Засекай, как там прикольно. Снимешь меня, если я пойду туда? Идем, выйдем туда. Лучше. Вот так лучше снимать отсюда. Иди вперед мне. Супер. Давай, Игорь, я буду снимать. Давай, я сейчас отдумал мне тапки кинуть. Ну, давай сюда тапки кинуть. Thank you.
Максим, обойдем. Куда ты идешь? Откуда ты вообще туда не Иди туда. Потом будет звонить, что у тебя нет на камере. Я не могу вас искать, я запарил. Хотите быть на камере, то идите держитесь, к камере. Держитесь рядом. Ира, Ира, иди вон залез туда. Нет. Вон туда, я тебе говорю. Да ладно, пусть идет кто хочет. А, все равно мне все не больше понравилось. Вот только из-за навесов, что там можно офигенно под навесами зависать. Сюда еще попробуем. Это зонтики закатаны. А, вот. Энергетику роллы. Блин, народу, ёб твою мать. Бешеный. Не отдохнул. Не, мы чуть-чуть посидим, с тобой оденемся. И пойдем туда где-то по отелю шляпку. Найдем какие-то там весные места, да. Посещение аквапарка я больше никогда чем отличается шум? А тебе, Андрей, нравится в аквапарке? Ничего. Я еще нигде не был и, если честно, даже и не очень меня тянет. И, скорее всего, никуда не пойду. То есть просто... Игорь, нет у нас? Я сейчас открою. Нет. Просто очередной пляж, нормальный, с шезлонгами, где можно либо посидеть, посмотреть на море, если что, еще 20 часов. Со стоянкой за $20 в пару часов, с кодом $30 за каждого. Впрочем, европейский сервис. Да. Наконец-то мы в Европе. Да. Самый центр. Самый центр. В самом центре этой жопы под названием Европа. Ну ладно, давайте попробуем расслабиться. Эти аттракционы сейчас только... Ну, я не сомневаюсь, что у вас сейчас это получится. Все как позаходили, я не знаю. Девочек здесь симпатичных очень много. А. Да, но разглядеть их в этом базаре очень трудно. Мне бы сесть так, чтобы не очень сгореть. Не, ну семей все равно, он более уютный, он так территория, что никуда-то ходит.
Нет, там по-другому. Андрюха, что вот это вот мигает, а на центре экрана? Это кончается света, да? Да. Нет. Там очень умные 4 люди. Быстрее, очень, быстрее снимайте. Очень мудрые люди. Я быстрее допиваю пиво. Как кончается кассета? Не думаю, что там прям мудрые люди сидят. Там сидят жадные, такие же стяжательные люди, как и везде. Бизнесмены. Где большие деньги, там, я думаю, особой мудростью и не пахнет. Они не за деньги. Там пахнет только жадностью. Не за идею. Нигде вот никто не думает о перспективе. Если сегодня качается, вот какая сумма вот сегодня качается, вот если она большая, то вот ему даже говоришь, завтра это кончится, его не остановишь. Это как скотина вот жрет, понимаешь? Вот она не может нажраться. Не идеализируй большие деньги. Где большие деньги, там никогда можно. У них все равно, у них не пахнет. У них сейчас просто временно, они знают, что сейчас надо качать деньги. Они будут. Они и завтра это будут качать деньги. И правильно. Но если послезавтра станет вопрос, видно, что деньги уже не нужны, они перестанут качать деньги. Они делают это для великой поднебесной. Если деньги будут не нужны, все перестанут качать деньги. Но пока деньги нужны, нет, все будут их, блядь, тупо зарабатывать. Нет. Китай не так, как в Америке. Я не верю ни в Китай, ни в Индию, ни во что не верю. А Юра, это действительно, что это тот Китай? Что это Китай Лао Цзи? Это Китай каких-то даже не Мао Цзэдунов, а таких каких-то подсосов вообще. Им пока платишь деньги, они такие. Это голимые америкосы, только узкоглазые, тупые, как пробки. Ой, смотрите, что случилось. Ой, у нас аквапарк. Это вертолет. Мэри Поппинс возвращается? Наконец-то. Мы попали в сказку. В сказку. Санитары забили. Что с этим зонтиком? Остановите его, пожалуйста. У меня голова уже кружится. Ты смотри, какая догадливая. Сразу врубилась. Долго работает, видимо. Не знаете сколько. А ну не крутите, сотрете, он станет ниже. Амортизация быстрее наступит. О, смотри, кто-то берет бутылку с водой из нашего стола и сам пьет. Что вы посыпали в это пиво? Мы только что были грустные. А сейчас стали грустные, но злые. Такие длинные 4 минуты, я уже не могу дождаться. Давайте петь эту песню. Не, Seven Seconds. Мы сейчас кидаем девчонки. Да нет, мы сейчас пойдем и перезарядим кассету. Или больше нету кассеты? Кассета в сейфе. Не, у Серого может есть. Да, и в. А вот еще Серого найти. Блин, вместо того, чтобы продавать водонепроницаемые часы, продавали бы водонепроницаемые мобильники. Кассеты. Для аквапарков специально. Одноразовые. И цифровые фотоаппараты, и документы, и деньги. И плееры, и наушники. Почему нельзя все сделать в одном пальце, как чип? Да не, вообще в аквапарке прикольно. Раз, было бы. Чик, было, чик, было бы иметь. Чик. Заплатил чик. Не, было бы хотя бы зарплату. Пальцами между собой это чик-чик-чик. Ага, ты мне должен 5 копеек. Не, чтоб тут были свои какие-то придуманные деньги. Пришел на кассе, поменял и не паришься. Или на карточку. Кинул на карточку, там, 100 гривен. Точно, берешь, там сначала идешь, сдаешь кровь на ДНК. Они такие раз проверяют твой ДНК, потом приходишь в столовую. И так, раз. Кто-то кончил. И тебе сразу. А ну, нас сними меня.